Наш робот представляет собой мусорку, которая при наполнении вывозит мусор и собирает его вокруг себя, тем самым избегая переполнения и набросанного вокруг мусора. Робот-уборщик – уникальное в своем роде изобретение. Его спроектировали, построили и провели тестовые испытания обычные школьники Омской области. Ребята смогли проявить свои способности в рамках смены бизнес-решения молодежных инженерных проектов, проводившейся в лагере Петра Ильичева. У нас была и робототехника, и 3D-моделирование, и компьютерная графика, и программирование. У нас и маленькие программировали на Scratch, старшие на Java. Точно так же у нас и были, они играли в профориентационные игры. Программу смены разрабатывали специалисты Центра образовательных инициатив STEM. Поэтому наряду с культурными и развлекательными мероприятиями ребята посещали образовательные занятия и мастер-классы. Мне понравилось очень Lego Digital Designer, Scratch, Vdoo, и все конструкторы, которые были, Arduino тоже. Если я, к примеру, буду инженером-механиком или инженером-конструктором, то математика мне пригодится, физика и алгебра, расчеты делать, чтобы, если вот на миллиметр там ошибешься, то ничего не поедет там. Одну детальку там не доставишь, вот как усенькую, и тележка твоя просто развалится по пути на две части. На смене будущие инженеры создавали социально значимые проекты. Итоги подвели специалисты Центра STEM. Те проекты, которые сегодня реализовывали они, мы их приглашаем, всех ребят, кто участвовал в проектах и победил, на участие в президентском гранте, так как мы являемся победителями президентского гранта. И будем реализовывать следующее направление, где ребята на безвозмездной основе также будут посещать эти занятия. На следующий год уже есть идеи, как эту смену модернизировать и улучшить. То есть, да, стараемся не работать на один год, на единичное мероприятие, а стараемся делать так, чтобы вот в нашем лагере все мероприятия становились традиционными. Профилактическая смена молодежных инженерных проектов проходила впервые. Восторженно отозвались о ней как сами участники, так и их родные. Было весело, у нас были концерты каждый вечер, мы через день ходили в баню, это тоже весело. Было, кормили хорошо, тоже, пятиразовое питание, было неплохо. Все направления были очень интересные и познавательные для меня. Я для себя узнала очень много нового. Друзей нашел? Да, очень много, весь отряд. Мы все сдружились. Прошло просто на ура. И отзывы детей и родителей, что как это мой не звонит уже сколько дней, а тот не хочет домой, а тот не хотел... Дома никогда не ел рыбу, а тут, говорит, хотел повару дать деньги еще купить порцию рыбы. Ну вот такое даже... Лето!